Это биток. Видите шары на столе? В данном случае они ничего не решают. Решает тот, кто поставит биток туда, куда им нужно. Мы вынуждены рассматривать людей как живых, ходячих носителей угроз. Главная иллюзия – это то, что все люди, они достаточно безобидны. Люди порождают угрозы. Ну, не провидение, а Господа уж точно. Бизнесменов второстепенные люди не интересуют, но убивают их именно второстепенно. В общем-то, не сильно что поменялось. Люди как были беззащитны, так ими и остаются. Единственное, что поменялось, они стали еще более беззащитны.